Прялзич. Сам. Нельзя так играть в командный баскетбол, тем более в Европе. Томаш. Пошел, вернее, даже к этому отскочившему так далеко мячу. Не получается атаку Жальгириса. Из-под кольца не получается. Прелзич. Появилась возможность. Пробил. Эмису бьет издали. Не точно. Стали давать сбои в защите Жальгирис. Позволяют бросать без сопротивления. Шон Грегори Мэй. Пробил, но был не точен. Хотя, в принципе, наказывать должен был. Но, видимо, на скамеечке запасных пересидел. Марьянович не дотянулся до мяча. Сам уж получает от Марьяновича. По-моему, даже по лицу арбитр не заметили. Промолчали. Прелзич разыгрался. Хороший проход пока нет. Марьяновича идет и мяч забрасывает. Марьянович вернуться не успел. А именно его игроки Фенербахче очень сильно боятся и опасаются. 18-18. Счет равный. 7-25 до окончания второй четверти, до большого перерыва. Сколько времени было подумать у Климаючуса. Но что-то, видно, уж очень долго думал. Наверное, следовало бы бросать сразу. Поддерживаю свою команду Браун. На Дежуана Коллинза и потери. Ну как же так? Кинси. Бросочком сверху выводит вперед. Точно с ближней дистанции. Неплохо через спину уходит Прелзич. Арбитр находит очередной фол. Маркус Браун. Два персональных замечания. Кунс даже на мяч уже не смотрит, а заказывает комбинацию. Даже без мяча Юнкунс остается плеймейкером. Ну, в общем, так и должно быть. Саваш продавил. Жальгирис щит. Уходит вперед. Хотя посмотрим. Еще все-таки полторы минуты до окончания второй четверти. Прелзич издали. Нет. Лавринович через руку Плейста добросает. Точно. Ух ты! Шел на бросок двумя руками сверху, не дотянул. Уотсон! Ему там, как мне показалось, руки отрывали, арбитры промолчали. Фол получает Делининкаитис. Фенербахче в позиционном нападении. Один бегает, ну, собственно, добегался. Огусалаш получил передачу, пошел на бросок сверху. Остался без мяча. И такое ощущение, что был уверен в свистке, который вот-вот-вот... Прелзич в роли разыгрывающего. Лавринович помогает условным. Прелзич. Саваш на Лавриновича. Здорово. Лавринович испугался. Не стал сразу бросать. А Янкун сбивает. Делининкаитис плотно играет против Прелзича. Не позволяет тому мяч получать. Ну и без него все проходит. А когда уж Прелзич получает, вырывается Лавринович. Хорошая передача. Быстро. Вот была бы рука сразу наверху у Делининкаитиса, и передача бы не прошла. 44-42. Тем не менее, Жальгирис впереди. Жальгирис в позиционном нападении. Коллинз. Делининкаитис. Роняет он на. Атака издали. Неудачно. Делининкаитис не смог противостоять Прелзичу. А Прелзич хорошо длинным пасом находит Мэя под чужим уже кольцом. И счет равный. 44-44. Тайм-аут. Не попадает в цель. 44-44. Минута 20 до окончания третьего периода. Подзатянулся он к окончанию своему. Вот разница. Почему гости попадают лучше, чем хозяева, непонятно. Коллинз, Почус, Делининкаитис там один на дальней стороне. Почус вновь бросает и вновь. Вы посмотрите, как не везет. И ведь все рядом. Но не в цель. Последняя минута. Ну, а вернее, 45 секунд остается до окончания третьей четверти. Прелзич, хороший навес. В касание бы попробовать атаковать Лавриновичу, может быть, мяч забросил бы. Петер Прелзич. Мэй пытается помочь заслону. Мэй без сопротивления. Нет, не точно. Вовсе нет и нет. Перемудрил с передачей Климаевичу. Перемудрил.
прошел под кольцо и, ну, вряд ли проходила эта передача там в трехсекундной зоне. Может быть, на периметр кому-то из свободных ребят, может быть. Собственная атака, может быть, но в уже забитую целиком и полностью трехсекундную, наверное, этот пас был лишним. Прядзич. Не точно с первой попытки, но продолжает бороться на отскок. За отскок. Еще была одна у него попытка. Мог добавить мяч. Реакция Зуроса. Опять не точно, неудачно. Не везет Жальгирису сегодня. Ух, как не везет. По-другому уж сказать не могу. И вроде бы доводит дело до броска логичного, но и мяч летит неплохо. В корзину не попадает. Прелзич. Хороший у него рост, легкий, прыгучий. Не дотянуться защитником. Прелзич. Эмир Прелзич. Человек, который на данный момент выполняет функции разыгрывающего. 2 метра 6 сантиметров. Прелзич. Еще и штрафной. В сторону бежать. Инкунус вот сейчас с Брауном побеседовал. Прелзич. Прелзич до конца пойдет. Арбитры нарушение правил не усмотрели. Кая Пекер достает мяч. А Теренс Кинси вновь в обострение в трехсекундную зону. Мажет. Быстрая контратака. Котиус не ожидал эту передачу. Не смотрел. Вот это да. Трое против одного. И так запороть в этот момент. Прелзич. Кинси. Не точно. Навес золота. Прелзич. Есикевич на паркете. При этом Прелзич все равно в роли разыгрывающего. Онан. Попадает. По-моему, 58-59. Прелзич. Фол. И 2 очка считать. Арбитр показал, что считать. Исикяю сейчас. Мэй. Далековато для него, понятно, бить не будет. Прелзичу. Какую рискованную передачу отдает. Получает ответную из-под кольца. А из-под кольца забрасывает с фолом. Может, не надо было его трогать вообще. Прелзич, конечно, с высоты своего роста и прыжка. Исикяю сейчас. Мэй. Прелзич на периметре поднял руки. В ожидании передачи получил и мяч забросил. Омеронан. Вот он бит. И вновь все сначала. Прелзич. Омеронан. Со своим знаменитым полушпагатом во время выпуска. Ему-то пол не дают таких касаний. А Мэй мяч снимает. Прелзич. По-моему, хотел бросить издали, а сделал какую классную выверенную передачу на Саваш. Ну просто конфету выложил. Долго убирает всех. Будет обыгрывать сам. Схода. Нет. Онан издали. Попадает Омеронан. Вот это характер. Трехочковый или двухочковый? Плюс 2 у Жальгириса. Прелзич. Рукой отталкивает. Падает Калниетис. Прелзич мажет. Наблюдает за происходящим. Прелзич на ритме и обыгрывает. Тут же нарушают правила. Нарушают на Калниетисе. Надо реализовывать второй. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это фарт. Как не везло им весь матч и как везет в концовке. Нарушали правила в поле. Нарушали правила на Прелзиче в поле. Арбитры не свистнули фол. На Прелзиче фолили.